Знаешь, что мы врозь? Лекарство ты мое от скуки, ты для меня незваный гость. Ты мой ловишь руки, а твой все шоколадки носит. Что мы врозь? Да, говорит, ешь, лечись от стрессов. А я ему стрессы только от тебя бывают. Обед! Ой, господи, Иду! Ой, родненький мой, заходи. Ну, как ты? Ну, что такое грустное? Солнышко мое, иди поздоровайся с тетей Валей. Садись. Здрасте. Вот, смотри, что нам тетя Валя принесла. Ух ты. Бери. Покушай с нами. Ты обедал в школе? Я кушал. Ну вот, а теперь чайку попьешь. Да? Шоколадкой. Шоколад он что? Мыслить помогает. А тебе мыслить в жизни много придется. Наставляй. Только он как был у тебя болтусом, так и останется. Ну, ты скажешь, тетя Валя, никакие мы не оболтусы. Правда, Толик? Просто еще несознательные. Подрастем, поумнеем. Правда, котик? Один умный у тебя уже был. А теперь? Ищи-свищи. А что, я его понимаю. Я вечно в замоте. То мать болела, то отец. А мужу внимание нужно. Вот Гришка не выдержал. Переутомился? Нет, чтоб семье помогать. Так он смылся. Ну, что смылся-то? Ну, просто уехал на заработки. Иди, поиграй с ребятами, погуляй. И ни слуху, ни духу. Наивная ты, Зина. Мам, ну я пойду? Угу, давай. Ой, что это у тебя? Иди. Ну, неужели ты веришь, что он вернется? Верю. Это тебе не госпредприятие. Не заработаешь, не заплатят это серьезно. Вот он и вкалывает. Что-то он долго не является заработков. Мне подлей еще. Остыло уже. Не обижайся ты, Зин. Но пацан у тебя какой-то бестолковый. Сейчас же у большинства детей таланты рано проявляются. И родители, между прочим, стараются их к профессии определить. Языки там, компьютеры разные, музыка, искусство. Главное, он мальчик добрый и смышленый, но неорганизованный, но не бестолковый же. А схватывает на лету. Ну, профессия. А мне так пусть лучше побегает. А то о детстве вспомнить нечего будет. Я тебе советую как лучше. Может быть, я чего-нибудь не понимаю. И не поймешь, пока не родишь. А что твой шоколадник по этому поводу? Ну, его. Не люблю. А Славик? Так и не пишет? А Славик женился. Вот оно что. Валь. О, твой воздыхатель явился. Ну, ехидна ж ты, Валька. Ну, пусть человек ощущает свою необходимость. Жалко, что ли? Помогает и счастлив. Привет. Проходи, я сейчас. Ладно. Я пошла. Ну, пока, благодетельница сирых убогих. Да ладно, не издевайся ты. Да, Валь! Завтра я буду у Столи и в кафе. Заходи.
Я не опоздала. Молодец. Вася, привет. Что делать? Ой, слушай, посчитай квитанции. Хорошо. Такие красивые глаза и в слезах. Вам-то что? А то, милая, что себя ценить нужно, а ты не ценишь. Вы кто? Что вам надо? Вижу, плачешь. Как же не подойти и не помочь? Интересно. Взяли, взяли, мужики, только осторожней. Все будет в порядке. Поактивнее, поактивнее, за мной не станет. Осторожней, я же сказал. Пусть стоит. Ой, какое богатство. А, привет, Зиночка. Все обогащаешься, Игорек? Да нет, Зиночка. Ой, не обогащаюсь, а повышаю свое благосостояние. Дядя Игорь, а я вас вчера по телевизору видел. Пам-п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 ам. Расти скорее. Возьму к себе. Идем, артист, обедать. Давай на третий, там открыто. Я жду, иди мой руки. Да, мам, я сейчас заканчиваю. Ты, Дуль, давай вставай. Пойдем вместе, пойдем. А наш дедушка только стареньким прикидывается. Не раскисай, помогай. Ну вот, раскладывай. Я с тетей Валей заболталась. Забыл тебя про школу спросить. А? Как оценки? Трики. О, опять трики. Ну, ты же у меня смышленый мальчик. Я стараюсь, но не понимаю. Ты же способный мальчик, только невнимательный. Да. А теперь главное внимательность. Вон, Игорек, какой оболтус был. И учился поначалу плохо. Угу. Может, я правда в искусство? Тебе обязательно этот талант должен проявиться. Вон какой у нас дедуля в молодости был. И пивун, и плясун. А папа? Я футбол могу. Нет, футбол не считается. Да. Какой там талант? Бегай себе и все. Адасаев, а Марадонна? Угу. Ну, это я не знаю. А может, тебя к стихам тянет? Да ну что, девчонка, что ли? Если насчет музыки, то слуха у него нет. Ну что ты, папань? Ну что ты, есть у нас слух. Только внутренний. Чего? Внутри себя правильно поет, а наружу не идет. А у других чего же идет? Внутренний слух, внутренний. Ну ты что, не помнишь? Маленький-то он любил, когда бабушка пела. Подойдет вдруг и попросит. Бабушка, спой лучиночку. А мама запоет. Он такой серьезный делается. А ты помнишь, сынуль? Тони ветер ветку клонит. Не дубравушка шумит, то мое, мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит. Иду avec mon cœur. Il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Ой, звезда. Толенька, смотри, чудо какое, мягонькое. Привет. Ой, прости, ошалела совсем. Ой, откуда красота-то такая? Да так, в одном месте. Мужика оторвала. Сейчас оторвешь. Ладно, потом расскажу. Толечка, пойди, миленький, в автоматы поиграй. На те монетки.
Разрешите. Садитесь, садитесь. Занято. Ну, чего в самом деле-то? Шпана. Вполне приличный парень. Чего ты злая такая? Надоело. Из-за Славки. Отстань. Слушай, расскажи, откуда шуба-то? Теперь таких подарков не делают. А выменила? На что? Лучше скажи, изменилась я? Ну, так вроде бледненькая. А глаза? Что? Глаза. Вроде как у куклы или манекена. Может, накрасила больше, чем надо? Ладно. Отведи Толика домой. Мне с тобой поговорить надо. Ага. Толик, уходим, догоняй. Сейчас, да. Я его сейчас быстренько отведу, хорошо? Мам! А? А я два самолета сбил. Молодец, стрелок ты мой. Идем, нас дедушка дома ждет. А ты есть хочешь? Мам, да? Как все английский? Нет, он вчера звонил, сказал, что будет послезавтра. Вот читай. Дорогая Валентина, с нетерпением жду вас в столице на киностудии. В удобное для вас время предлагаю одну из главных ролей в своем фильме «Съемки в Италии». Ваш Дурыбин. Вот кого ты подцепила. Так это он тебя мехами одаривает. Смотри, Валентин, пропадешь. Да я его еще в глаза не видела. Как? Что ты мне голову дуришь? Валь, тебе к врачу надо. Психушку упрятать меня вздумала. Поздно. Я уже не ваша. Господи, ну долго ты издеваться-то будешь? Ладно, успокойся. Тебе расскажу. Рожает неизвестно кого, а потом пошли отсюда. Скажи-ка, Зин, что ты больше всего в жизни хочешь? Только не говори, чтоб Гриша мой вернулся. Чтоб Гриша мой вернулся. Хочешь мужика солидного, терпеливого? А? Хочешь? А Гриша? Заладила. Да не вернется он к тебе. Нужна ты ему 300 лет. Ладно. Слушай, в центре, около магазина, спросишь Татьяну Петровну, так, мол, и так от Валентины, скажешь, мужа хочу. Это как же это нам не может устроить? А адрес, телефон? Или, может, тоже? А открыточку? А это тебя не касается. Сама не заметишь, как все образуется. Может, на улице встретишь? Может, прямо в дом придет? Хочешь не пьющего, хочешь не курящего. Только в договоре все надо обозначить. Это в каком договоре?
А что ж ты? Думаешь, что только на честном слове все держится? Бланк заполнишь, бумагу подпишешь. Документы можешь не брать, она и так человека насквозь видит. Ну, во сколько мне обойдется эта услуга? Лишних денег у меня нет. Где ж ты видела, чтобы мужа за деньги покупали? В деньгах она не заинтересована. А в чем же? Не волнуйся. Кое-чем придется заплатить. Ладно. На месте узнаешь. Только хорошо подумай, что ты хочешь больше всего в жизни. И помни, она может все. Кто же она такая? Аферистка? Сводница? Или вообще, кто похуже? Не знаю. В договоре написано агент. Чушь какая-то. Никуда я не пойду. И не путай меня. Прижмет. Пойдешь. Ой, я сейчас, ой. О, а ты кто такой? Освежиться хочешь? А ну пошел отсюда. Смотри, смотри, припадочный. Ребята, не надо, он ждет бутылки. Понял. Димыч, отоварил. Лови! Поймал! Димыч! Димыч! Деда? А сколько в твое время хорошая шуба стоила? Откуда ж я знаю? Не покупали. Мы в ту сторону и не глядели даже. Постой. А тебе-то что? Что тебе-то? Да так. Купить, что ли? Ой. Да что ты, папань? Папань, боже, ты что, слышишь? Ну, как ты? Ой. Что это вы сегодня как сговорились? Малец, давить что-то про шубу. Что? Теперь ты. А он-то что? Видел у Вальки твоей вертиховки? Да. Поклялся. Тебе такую ж купить. Золотко мое. Ты на Вальку не гляди. Нездоровый это все интерес. Ой, зато у вас здоровые были интересы. Вон до чего мы с ними докатились. Ладно, пусть уж у нас будут нездоровые. Может, хоть так толк будет. Я помру. Мне-то что... Ну. Мальца жалко. Да, я тебе помру. Вон, глянь-ка ты, вон они какие, шубы-то. Ой.
Зиночка к нам пожаловала. Знаю, знаю, меня ищешь. Я тебе много знаю. Ну, что ты решила? Меня интересуют условия. А мы ничего не предлагаем. Что попросишь, то получишь. Предлагать нам не положено. От души должно идти. От души? Вот что, Зиночка, видишь, ко мне идут. Бери бланк и иди в кафе, что на углу. Там жди меня. Бланк заполни. Ну, иди. Иди. Музыкой увлекаешься? Да, а что? Да вот, сына хочу это дело определить. А талант у него есть? Да думаю, что нет. А что, без таланта не научат? Может, и научат, но с талантом надежнее. А какой инструмент вашего мальчика интересует? Ты вот этот, например. Это скрипка. Значит, вам нужно к профессору Гайфутдинову. Он ужасно любит открывать дарования. Как ты его назвала? Гайфутдинов. Вы запишите, а то не запомните. Угу. Сейчас запишу. Где это? Вот. По-моему, вас зовут. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Ну что там? Что у тебя? Нет, нет, сюда нельзя. Иди, иди, милый, иди, иди, дорогой, иди. Милочка. У меня совсем нет времени. Прошу вас. Предупреждаю. Договор составляется один раз. И обратной силы не имеет. Ясно? Ты это хорошо запомни. Ну, что ты тут пишешь? А, профессор Гайфутдинов. Стало быть, решила сына в музыку определить. Оригинально. Молодец. А что я вам за это? Денег у меня нет. Я предупреждала. Душа у тебя золотая. Ею и заплатишь. Нет. Нет, так не бывает. Бывает. Еще как бывает. Ну что ты маешься? Извините, я не хочу. Я лучше пойду. Иди, иди. Сыночек твой как был оболтусом, так и останется. Нет. Как же нет, если да? Ну что ты ему можешь предложить? Он-то у тебя и так умом не блещет. А музыка, ты права, она возвышает человека. Душу свою пожалела. А что душа? В руки не возьмешь. На себя не оденешь. Ты все верно решила. Как жила, так и дальше жить будешь. Оглянись же вокруг. Кому ты нужна? В случае что,
Никто тебе не поможет. Нет, 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 я пойду. Не надо вам ничего. Учти, если ты надумаешь, я почувствую и обязательно приду. С таким товаром, как у тебя, твой сын далеко пойдет. Пришла. Кто пришел? Тетка. Говорит, агент. Еще говорит, будто ты ее ждешь. А-а-а. Да. Ладно. Thank you.
Мама, мам, мам, там деда в туалете упал. Еще не хватало. Что за новости? Не путайся под ногами. Я сказал, не мешай. Что это ты, папань, падать-то вздумал? Ложись. Голова что-то закружилась. Думал, уже поправляться буду. Вдруг на тебе. Поправляться? Сколько ж обещаешь? И здесь не живешь, и туда не уходишь. Чего сидишь? Ложись. Не хочу. Зачем ты так? Зачем ты деда обидела? Это ты мне? Вопросы задавать? А ну, прости прощения. Зинка! Дочка! Не смей! Сначала ты проси. У кого? У тебя? Нет, у деда. Мне его жалко. Ох, тебе его жалко. А меня тебе не жалко. Тебе хоть раз в жизни было меня жалко? Вы хоть раз с дедом спросили, что я от вас в жизни хорошего видела? Не трёшь! Отпусти ребенка! Не бей меня! Не плачь, внучка, не плачь. Жалостливый. Вы меня хоть раз в жизни пожалели? Всю жизнь с вами мучаюсь. Прости нас, дочка. Мам, я тебя больше никогда мучить не буду. Только ты не тряси меня так. Хорошо. Да, в 5, что было у меня. Поведу тебя к профессору. Иди, иди. Может, впрямь какой талант откроется. Что же она его столько держит? Сколько надо, столько и буду держать. Ой. Ну, да что ты так маешься? Ну, поднимись вон по лестнице. Ну, только тихо мне там. А что, можно? Ну, вообще-то нельзя. Ну, ты так нервничаешь, ну, иди, иди. Я тихонько. Да-да. Вы на втором. Ага. Ну, что случилось? Может быть, ты устала? Не знаю. Пальцы как деревянные. Ну, успокойся. Пойдем. Ну что же, данные у вас заложены богатые. Буду рад с вами заниматься. Ну что?
сказал, что могу заниматься. Лучше бы на гитаре. Дед, я просила звук убирать. Дай сюда зеркало. Ну? В дневнике написано. С оттенками. Занимайся, занимайся, сынок. Станешь знаменитым, буду гордиться тобой. А ну, шалопай, перестаньте кричать, а Толик занимается. А? Сделай свою музыку потише, у меня Толик на скрипке учится. Какая скрипка? Сейчас рок в ходу, чего пацана мучает? Какой рок? У меня твоего рока больше киснет, ты понял? Ага. Отвечай. Побежал. Зинка, иди к телевизору, Лидинка. А ну-ка, 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 сделай погромче. Спасибо, Казимир Аскольдович, за короткий рассказ о вашей новой работе. А теперь вопрос к вам, Валечка. Можно мне вас так называть? Угу. Как же все-таки случилось, что вы простая девушка и вдруг вышли, что называется, на широкий экран? Я... Иди, иди, занимайся. Господь сохранит вашу душу. Видать, изголодался совсем. Худенький какой. Теперь каждый себе заботится. Да, да, правда. Талантливый какой. Музыкальный, да, музыкальный. Лучше, да, далеко пойдет. Мальчик. Безусловно, очень далеко пойдет. Надо поддержать мальчика. Надо. Да, да, конечно. Ага. Шибко доверчивые все. Наверняка батя запах мелкий послал. Да видел я их здесь. Чего? Че ты меришь? Сам-то алкоголик. Ну, проваливай отсюда, я... Мама! Граждане! Подсадка это! Ну, я как в воду глядел! Здоровая баба и на пацане своем зарабатывает. Ну, как не стыдно, а? Да пошел! А? Пусти! Что? А, лишь побежала. Ну? Что расселись? Так ведь нет никого. Кроме Васи, конечно. Да встань ты.
ты не пререкайся. А то знаешь что? Вон, возьми выручку, посчитай, если делать нечерто. Ну, иди. Уйди, урод поганый. Надоел. Да иди ты! Иди, работай! Вон, машина пришла! Зачем вы так? Он ведь несчастный, больной. Потом он так прикипел к нам. Надоел. Вас как подменили последнее время. Недобрые стали. Устала я от своей доброты. Все, кому не лень, ею пользуются. Жаль. Я именно за это вас любила. А теперь за что другое? Полюби. Нет. Нет. Да я работать с вами не буду. Меня давно он в прачечную зовут. Ну, иди. Радость велика видеть тебя здесь. Тебе замуж пора. Что, не берут? Московское время 16. Работать, я сказала. Ну? У вас что-то случилось. Может, помочь чем? У меня все нормально. У меня даже лучше, чем было. Понятно? Я-то что? Начнем с новостей. Но вы же Толика мучаете. Это я его мучаю? Вырастет, спасибо скажет. Музыка возвышает. Мы еще с ним... Весь мир с концертами объездим. Нет. Нет. Нет, нет. Здесь что-то не так. Своих заведешь, будешь делать так. А меня учить не надо. Толик, ну сыграй ту, ну помнишь, такую вот веселую. А, эту что ли? Эй, так бы и пошел в пляс. Ты, внучок, на меня не обижайся, но на гармонии... Оно все же лучше получается. Нет, дед, это тебе так кажется. Потому что для нас гармошка национальный инструмент, а для других скрипка. Под нее и пляшут, и поют. Знаешь как? Нам рассказывали про композитора Штрауса, ну, который вальс написал. Так вот, сначала его музыку никто и слушать не хотел, а потом под нее весь мир танцевать стал. Мать пришла. Играй, играй, чего хочешь. О, земляненька. Грудь чего-то очень давит. Да у тебя вечно что-нибудь давит. Не мешай ему заниматься. Пусть ребенок развивается. Он уже сам в состоянии на себя заработать. Правда, Толик? Я больше туда не пойду. Да? А на что я тебе концертный костюм куплю? Мам, ну какие концерты? Меня никто пока никуда не приглашал. Вот именно пока. Готовиться надо.
брошу эту скрипку. Раньше мы с тобой в кино ходили, в кафе, книжки читали. А сейчас? Играю на ней, будто бы не я. А ты? Ты стала... Что? Еще что скажешь? Ну-ка, иди сюда. Зина! Дочка! Ну, не могу я больше слышать это. Устала ты с нами. Сдай меня в приют, что ли. Будете ко мне в гости приходить? Нет! Да никто тебя туда не возьмет. Я уже справлялась. Говорят, дети есть, в них жить должен. Так что лежи, не пыхти. Стоять, говорю. Дьяволенок. Знаешь ли ты, чем я ради тебя пожертвовала? Не нужны нам твои жертвы. Нам с девушкой мама нужна, а ты... Мачеха! Нет! Деда! Диван тебе новый купим. У стенки поставим, чтобы не дуло. Ширму уберем, а на ее место... Ширму не трогай. На дедушкину. Хорошо. Хорошо. Отца твоего разыщем. Пусть алименты платит. Квартиру надо будет освежить. Ремонт сделаем. Скоро твой талант проявится.
Гости разные будут. Прием устраивать будем. Мам, ну какие гости? Какие приемы? И вообще, я скрипкой больше заниматься не буду. Что ты за моду взял спорить со мной? И почему ты пререкаешься? Ты у меня должен быть так по канине. И не смей спорить со мной, скотина такая. Не буду. Будешь! Тварь. Бабуля, бабуля, деньги давай. Время, время. О, ну? Молодец, все класс. Ребят! Девушка, что же такое, я не поняла. Чистили, чистили, а пятна все так и остались. Чистим не мы, а фабрика. Да и нет там ничего. Ну, милочка, если вы ничего не видите, это не значит, что их здесь нет. Берите перечистку. Платите заново. Конечно, с какой стати? С такой, что зря направлять будем. Нет здесь ничего. Разворачивайте. Ну, я этого так не оставлю. У меня есть к кому обратиться. Знаешь, куда я пойду? Да иди ты. Три на четыре? Три на четыре. Пятна есть? Есть. Давайте. Что ж ты, девушка, сама? Без помощников. Не ваше дело. Да тяжело ведь. Обойдусь. Гриша. Григорий. Приезжаю вторник. Надо же, это сегодня. 18 часов. Есть еще по записи кто? Да вроде нет. Валентина? Слушай, ну никак не ожидала. Только что видели тебя по телевизору. Валь, ну правда, Валь, ты что здесь? Может, случилось что? Знаешь что? Ты, если торопишься, то не мешай. А то так и отпущу. Скучно. Скучно и неинтересно. Съемки, пересъемки. Поначалу даже что-то получалось. А вообще-то они сами не знают, чего хотят. Души им, видите ли, во мне не хватает. Косел плешивый. Скачет, прыгает, поясничает. Противно стало. Ты-то как? Отца схоронила. А так все нормально. Толик у меня на скрипке учится. Довольно неплохо. Надо же. Способности проявились. Да. Угу. Понятно. А в личном плане что? Без перемен? Почему же? Гриша мой приезжает сегодня в 6. Дождалась. Простишь? Прощу. Теперь не простишь. Валь, все, что происходит, не могу так больше.
Сердце-то у меня осталось. Какое сердце? Так. Механизм один. Стучит. И стучит. Надолго? Зин, навсегда. Ну-ну. Садись. Устал, небось, садись. Далека. Зин, ты прости меня, дурака. Мотал по свету, искал чего-то. Сердцем все равно к тебе тянуло. Зинуль, такой доброты, как в тебе, ни у кого не встречал. Я ведь давно решил, что надо вернуться. Целью задался. Деньжат заработаю. И к тебе. Чтоб зажили по-людски. Ага. А если бы я замуж вышла? Не вышла же. Дин, не копи обиду. Я понимаю. Помучилась. Вон, соседи говорят, отца схоронила. Тяжело. Но теперь все по-другому будет. На твое имя. Купить меня вздумал. Только продавать мне больше нечего. Все по-другому будет. Заживем как люди. Мальчишку на ноги поставим. Толика. Вспомнил. Сына своего вспомнил. Да я за твоего сына. Душу. Всю душу. А он сердец не ценит. Все одинаковы. Все. Убирайся. Все убирайтесь. Никто мне больше не нужен. Никто. Ты че? Зина. Да пошел ты. Ты даешь. Зинуля. Толик, сыночка.
же это делается? Я же эту ведьму. Я же ее своими руками. Тебе что? Завидно? Завидно. Так чего ж не занимаешься? У меня не получается. Раньше получалось, а теперь все куда-то делось. А ты лучше в куклы играй. Или в кино ходи. Пробовала. Скучно. Слушай, пойдем рыб кормить, а? Перестань, бабушка. А тебе трудно заниматься? Ты знаешь? Мне как-то само получается. Мне тоже было нетрудно. А теперь... Моя мама очень переживает. Твоя, наверное, счастлива. А, и все не так. Почему? Она меня не любит. Не может быть. Все мамы любят своих детей. А моя нет. Слушай, да вы, наверное, просто поссорились и дуетесь друг на друга. Да, мы теперь часто ссоримся. Знаешь, а ты пойди и помирись. Thank you.
Алик. Thank you.